Всем привет! Мы находимся в Новосибирске. Магазин «Светофор». Давайте посмотрим, что у нас есть интересно. Скамеечка перевертыш, мягкая с двух сторон. И с этой стороны, и с этой стороны мягкая. Давайте посмотрим, какая цена у нас. 676 рублей. Перевертыш, садовая. Металл. Оно, металл очень прочный, кстати. Такой прям твердый. Выдержит хоть кого. У меня спрашивали, есть ли здесь галоши. Галоши есть. Легкие. Не скользящие, очень хорошие. Плотные вот это... Пластмасса или что там это называется. Кстати, очень теплые. Внутри тоже очень теплые. Размерчики я посмотрела. Все есть. Расцветки вот такие есть. Как зебра и просто черные. И вот такие есть галоши. Галоши тоже с мехом идут. Внутри тоже вот мех. Я пощупала. И тоже вот видите, снежинки нарисованы. Даже вот можно ходить и холод такой. Давайте ценник посмотрим на те и другие. Вот. Галоши меховые, искусственный мех 445,90 и сапоги 698,90. Размерчики от 36 до 46. Размеры очень все прям много прям. Какая красотища. О, что я нашла-то? Красота-то какая. Какие теплые тапки. Резина. Видите, резина, чтобы не скользила. Специальные пупырышки. Есть резина скользящая такая. А это прям хорошая. Прям пупырчатая. Тоже размерчики все. Внутри вот прям нога спит. Прям чувствуется, да? И вот внутри прям мягонько-мягонько. Все вот по бокам мягко. И там мягко. Вообще очень приятные. Давайте ценник еще глянем. Потому что напугают нас. Да нет, не напугали. Домашний утеплен 37,45. Велюр вверху. И вот подошва ПВХ. 339 рублей. Ну, я думаю, что это вообще классно. Кому надо, надо ехать и брать. Я до этого не видела. Это новиночки. Видите, прям их видно, вот они. Пупырки-то хорошие. Противоскользящие. Производство Россия. Не пахнут. То обычно же пахнут, если китайские. Эти нет. Вот. Перчаточки двойные я нашла. Тепленькие. Они вот. Я думаю, что это здорово. Но они продаются по две пары. Это, видимо, люди уже оторвали. Вот, по две пары. Вот, все правильно нашла. По две пары, это я точно знаю. Хорошие. Вот, перчатки полушерстяные, две пары, двойные, трикотаж, двойной трикотаж, складышем 129 рублей. Шерсть 30, акрил 70. Вот. Ира все показала. Давайте еще посмотрим моющее средство. Белизна, пятновыводитель плюс отбеливатель для цветного и белья и белого. Сейчас ценник посмотрим. 39 рублей. Пол килограммчика. Ну, вот это отличненько. Средство для посуды. Литр 35. Жидкость для посуды 52,90. Я смотрю, прям огромные такие бутыли. Вот еще средство для стекол. 3 в 1. Очищает эффект полиэлизации какой-то там. 94,90. Пол-литра. И вот еще рядышком клер
750 миллиграмм. Мне кажется, они одинаковые все. Что переплачивать? Здесь тоже дозатором. Мне кажется, я бы вот эту взяла за 38,90. И недорого, и красота. У меня на подобие такой есть, на дом посмотреть. Универсальный очиститель. Сейчас давайте посмотрим. 600 миллиграмм, 7,7 рублей. Это для автомобилей. Вот поближе сделаю, почитайте. Антижир, спрей для кухни. Чистит все. Вот прям все-все-все он чистит. Давайте ценник глянем. 42 рубля. Пол-литра. Вообще красотища. Мне нравится вот с такими дозаторами. Антинакипин. Для стиральной машинки. Я таким не пользовалась, не знаю. 32 рубля. Кто пользовался, скажите, хорошие, нет. Чтобы знать, как бы, людям. Против сложных засоров. Растворяет и волосы, и жир. Представьте, какая химоза-то. Ого-го. 15 минут держать. Сколько же стоит такая химоза-то? 30 рублей стоит. Там какие-то эти, как гранулы здесь написано. 300 грамм. Вот эта коробочка. Ну, наверное, хорошая, я думаю. А это что у нас такое интересное? Давайте глянем. Универсальное хозяйственное мыло. Отбеливающее. Эффективно устраняет пятна на белом и цветном белье. Вот так-то. 150 грамм. Давайте положим на место. Посмотрим ценник. 20 рублей. Все правильно. 150 грамм. Вот тоже мыло, я смотрю. Мыло банное с ароматом хвои. Тоже 20 рублей стоит. 200 грамм. Оно побольше, чем то. Ну, отличненько. Вот вам поближе сделать. Что хотите, почитайте. И хотела бы вам спасибо сказать за просмотр. Уже землю завезли. Грунт универсальный, 20 литров, 8,690. Вот такие огромные пакеты. Завезли еще вот метлы, цветные, красивые какие. Ручка длинная, очень удобная. 109 рублей 90 копеек с черенком. Давайте еще вот здесь посмотрим. 8,690 грунт универсальный, 20 литров. Видимо, здесь две цены и там, и там. Давайте еще посмотрим. Поддон он какой огромный, или что это называется. Сани 668,90. Вот параметры все. Вот так они выглядят. Они огромные. Ой, я их не подниму. Вот ледянки 58,90. Называются снежинки. Зелененькие есть. А это что такое? Это набор для красок. А вот малярный набор. Малярный набор. Кисти, лаки, чтобы красить эмали. 199 рублей. И валик есть. Все вот в этой баклажке есть. Очень удобно, кстати. Вообще здорово. Не надо бегать по магазину, что-то искать. Хорошо. Краска универсальная. Для стены, потолков белая, водоэмульсионная. Сейчас мы ценник глянем с вами. 88,90. Вот и все, верно.
Так. Сейчас еще развернем, посмотрим, наверное, вот здесь поближе будет. Чтобы посмотрели, что вдруг что-то заинтересует. Вот пропитка для дерева. Антисептическая, влага атмосфер, стойкая, без запаха, защитная. Гарантия на цвет 10 лет. Сейчас посмотрим ценник с вами. 108 рублей. Вот он, ценник. Все, смотрели с вами. Вот смотрите, какой большой таз. Черного цвета. Они все черного цвета. Плотный пластик. Очень такой хороший. 24 литра. 125 рублей. Вот такие тазики. Огромные, конечно. У меня такого нету. Вот семена еще завезли. Разные, разные, разные. Все, уже подготовка у нас идет к дачному сезону. Любые есть. И вот эти все 5 наименований есть все здесь. В сборнике. Очень удобно, что не надо бегать и искать, что тебе конкретно надо. Какие сорта есть. Все есть. Вообще супер. Вот еще детская. Детский порошок есть. 4 килограмма. 159,90. 4 килограмма, не маленький такой мешочек-то. Вот я вам зафиксировала, все посмотрели. Вот био-порошок. Сейчас ценник посмотрим с вами. Надо отодвинуть. Здесь все, все отодрали. Так что без ценника будем. Ну, здесь все недорого, сами знаете. Лотос. Лотос 6 килограмм, 148 рублей. Ручная стирка и автомат. Хоть как можно стирать. Кондиционер для белья вот здесь есть. Бирюса. 5 литров. Ценник опять нету. Они вот здесь все таскают. Может быть, потом прилепят. Не знаю. Вот тоже кондиционер для белья. Брали, не брали. 2,7 литра на 30 килограмм хватает. Ну, никак нам ценник это не увидать. Очень интересно. Вот мыло хозяйственное. Кто-то говорил, что брали. Хорошее, говорит. И недорого. Что-то я помню, что что-то немного стоит. Я в Маяке смотрела. Ну, не знаю. Здесь всяко подешевле. Вот ополаскиватель для рта. 12 часов с ромашкой. Пол-литра. И смотрите, какая цена. Вообще смешно. Даже дешевле, чем в фикс-прайсе. Огромный-огромный ассортимент. Я, наверное, себе тоже возьму. Только мне надо взять какую-нибудь непорванную. Я хочу, чтобы непорванная была. Видите, ходим... Раздеваемся, потому что здесь жарко, конечно. Так. Редуцин для для туалетов. Ну, это нам, не знаю, кому надо. 72,10. Я думаю, что это такое, первый раз такое вижу. Это утенок. Это мы знаем. Вообще дешево стоит. 27,90, 750 грамм. Очень здорово. Выгодная цена, конечно. Огромный-огромный ассортимент, конечно. Вот средство для... Крот есть. Литр. Биск. 45 рублей. Ну, вот это вообще штука хорошая, конечно. Это надо брать, конечно. Давайте сейчас глянем, что еще здесь есть. Весь ассортимент с вами посмотрим. Чтобы было интересно, чтобы посмотреть, что есть. Освежитель воздуха пол-литра. 48,90. Я вот такой не брала. Вот хороший, нехороший.
Здесь вот, смотрите, и дозатор есть. Вот пшик-пшик. Я такой не брала, антитабак. С ароматом белой фрезии. Надо тоже такое, наверное, взять. А то у меня нету ничего такого интересного. Это белизна. За километр знаю. Раньше-то мы как ее брали, белизну-то эту, стирали и все. У нас есть сейчас уже более продвинутые есть вещи. Но все равно некоторые берут. Там таблеточки 30 штучек. Ну ладно, мой хороший. Подписаны на мой канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, то напишите комментарий. Всем-всем-всем огромный-огромный привет от меня.